В Кыргызстане за минувшие сутки от коронавируса вылечились 345 человек, а заболели 196. Из новых случаев, как сообщил замглавы Минздрава Нурболат Усенбаев, 83 были выявлены лабораторно, и 113 гражданам диагноз COVID был поставлен клинико-эпидемиологически. Больше всех за сутки заболевших выявили в Джалалабадской области – 49 человек, при этом в Ошской – 34, а в столице – 35. Меньше всех заразились в Нарынской области – всего 3 случая. К большому сожалению, как сообщил Усенбаев, в стране накануне был зафиксирован еще один летальный исход. Один пациент скончался в Бишкеке. У нас достаточно высокое число, получается, больных с тяжелым и крайне тяжелым течением, потому что когда эпитанамнез идет, то выясняется самолечение, иногда недолечение, нахождение дома достаточно долгое время, болезнь запускается, обостряются хронические заболевания, и уже в тяжелом, крайне тяжелом состоянии люди продолжают обращаться за помощью. Поэтому еще раз просьба, при начальных признаках болезни необходимо обратиться за медицинской помощью, потому что каждый час, каждый день очень важно для того, чтобы вовремя начать лечение, и мы бы избежали тяжелых, крайне тяжелых и фатальных исходов от этой болезни. Вместе с тем, замглавы Минздрава отдельно обратился к гражданам с призывом правильно хранить лекарства дома, а также не покупать препараты с рук у частных лиц. Их происхождение и условия хранения, по словам чиновника, зачастую неизвестны, а это может быть опасно для здоровья. Во время вот того крайнего неблагополучия за прошлое время очень много людей постарались запастить лекарственными препаратами. Или на хранении в домашних условиях находятся те препараты, которые имеют ограниченный срок годности или же требуют каких-то дополнительных условий для хранения. Это и температурный режим, это и хранение в темном месте. Особенно это касается вот тех препаратов гепаринового ряда, которые, если их неправильно хранить, завтра они могут оказать очень неблагоприятное воздействие на здоровье. Поэтому хотел бы призвать наших сограждан, наших соотечественников, у кого есть лекарственные препараты, надо проконсультироваться, ознакомиться со всеми инструкциями, которые там прилагаются, и обеспечить хранение этих препаратов в должных условиях, чтобы потом мы не получили там каких-то осложнений по отношению своего здоровья. Надо было согласовать заранее. Так, в Республиканской инфекционной больнице объяснили, почему позапрошлой ночью волонтерам долго пришлось уговаривать врачей принять тяжелобольного. Видео, снятое волонтерами, напомним, накануне появилось в сети. Добровольцы рассказывают, что мужчину в тяжелом состоянии они привезли в инфекционку, но ее ворота были закрыты. Более того, когда в итоге достучались до медиков, принимать больного там не хотели. В итоге, после длительных уговоров, пациента все же приняли. Задержка, как объяснил главврач больницы Гульджигит Алиев, произошла из-за того, что больного привезли без предварительного согласования. Пациент до этого лечился в больнице номер 6, где нет реанимационного отделения. А когда ему стало хуже, его родные вместе с волонтерами стали искать больницы, где есть реанимация. Дежурный врач 6-й больницы, по словам Алиева, должен был связаться с инфекционкой и уведомить о том, что направляют пациента. А этого не было сделано и пришлось разбираться. Дежурный врач, добавил Алиев, получила замечание. Пять человек серьезно пострадали в результате жесткого лобового столкновения двух автомобилей сегодня ночью на трассе Бишкек-Карабалта. Как сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области, водитель БМВ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Мерседес. От удара обе машины отбросило по сторонам, на место было вызвано карета скорой помощи, раненых доставили в больницу. Еще одно жуткое ДТП произошло за минувшие сутки в Токтагульском районе. На трассе Бишкек-Ош в сельском округе Джаны друг в друга врезались Volkswagen Passat и BMW. Как сообщает МЧС, погиб 53-летний мужчина. 4 человека с различными травмами были госпитализированы. Как отмечается, после столкновения машины загорелись, но их потушили до приезда пожарных.
Милиция ликвидировала канал поставки наркотиков из Джалалабада в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что сотрудники антинаркотической службы в Токтагульском районе в одном из домов обнаружили и изъяли вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом более 4,5 килограмма и марихуану весом 690 граммов, а также приспособления для изготовления наркотиков. По факту начато досудебное производство, проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступлению. Почему молчал раньше? МВД ответила на громкое заявление Омирбека Суваналиева. Бывший глава ведомства, отметим, теперь в составе одной из партий, баллотируется в Джогурку Кенеш и накануне во время съезда политобъединения высказался об увеличении количества членов ОПГ, которые рвутся к власти, и бездействии властей. Суваналиев, в частности, заявил, цитата, «власти страны проиграли борьбу черным, а некоторые кандидаты в депутаты прислуживают криминальному миру». Конец цитаты. В МВД заявление генерала назвали популистским. Ведомство отмечает, что наоборот, когда Суваналиев был заместителем министра, а затем министром, в стране процветала преступность, возросло количество заказных убийств, и при нем лидеры ОПГ баллотировались в депутаты. В министерстве также напомнили, что генерал-лейтенант милиции Омирбек Суваналиев являлся заместителем секретаря Совбеза и подчеркнули, что делать такие заявления нужно было раньше, когда он работал во властных структурах. Меж тем, еще один бывший министр внутренних дел стал героем информационных лент. Абдылда Суранчиев, который возглавлял МВД в 2013-2014 годах, стал исполняющим обязанности генерального директора компании «Мегаком». С прошлого года он был заместителем главы сотовой компании Ахылбека Джаманкулова. Джаманкулов, напомним, на днях временно приостановил свои полномочия, потому что решил стать депутатом. Он возглавил список кандидатов одной из партий. Предприятие, которое перепрофилировало свое производство в условиях пандемии. Благодаря полученному кредиту от Российско-Кыргызского фонда развития в компании «Айкосейка» закупили новейшее оборудование, объемы производства удвоились, увеличилось количество рабочих мест. А самое главное, теперь там шьют отечественные СИЗы для медиков республики. Подробности смотрите далее. 2020 год президент Кыргызстана объявил годом развития регионов. Глава государства Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил швейную компанию «Айкосейка». Поездки президента сопровождал председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев, который рассказал главе государства, что РКФР уже на протяжении многих лет финансирует предприятия именно в регионах страны. Кредитуемые фондом инвестиционные проекты обеспечивают модернизацию и развитие экономики Кыргызской республики. ОСО «Айкосейка» – одна из таких компаний. Она находится в Караколе. Это швейное производство, специализирующееся на пошиве специальной одежды, униформы, изготовлении военного обмундирования, средств индивидуальной защиты, обуви и ткани для силовых структур. Сейчас компания работает в усиленном режиме, шьет СИЗы для медиков, чтобы защитить отечественных медработников от коварного вируса. На момент получения кредита наша компания уже проработала больше 15 лет, и нам уже требовалась замена оборудования. Ну, изучив рынок финансовых инструментов, которые у нас есть, самый оптимальный, самый идеальный вариант – это был у Российско-Кыргызского фонда развития. Они давали под маленькие проценты на большие сроки и имели еще льготный период. Вот это стало основным нашим партнером в обновлении нашей компании. Также мы обратились, получили кредит. На эти деньги мы закупили оборудование, в первую очередь, закупили из Японии. 90% нашего оборудования – это японское производство, 10% – это немецкого. Площадь производственного помещения также была увеличена более чем в 2 раза. Соответственно, у нас оборудование больше стало, рабочих мест больше стало. Фонд мы хотим сделать нашим стратегическим партнером, с кем мы можем работать в дальнейшем для создания подобных предприятий во всех регионах нашей страны. Да? И я думаю, фонд будет нашим приоритетным партнером как раз в финансировании таких проектов. Благодаря поддержке Российско-Кыргызского фонда развития, компании «Айкосейка» удалось в 2 раза повысить объем производства. Если с начала открытия компании в ней трудилось всего 7 сотрудников, то сейчас уже 70 работников, и на этом предприятие останавливаться не собирается. Планируется увеличение штата до 100 человек.
Благодаря высокому качеству и расширению ассортимента, продукция Айкосейка пользуется спросом не только на рынках республик СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. Эти швейные машины привезли с Японии, они самые последние модели. Они отличаются от других машин, то что в сотрудниках вредности нету. Все вот эта пыль, которую не видно в глазах, нитки, микроскопические вещества, все снизу через воздух попадает на специальный мешок. Новое современное оборудование приобретено благодаря поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. Оно отвечает всем международным стандартам качества, высокотехнологично, автоматизировано и безопасно для работников. По словам сотрудников предприятия, работать на нем гораздо удобнее, быстрее, эффективнее и затрачивается меньше человеческого труда. В будущем компания планирует открыть подобные производства в 7 регионах Кыргызстана.